Умар Нурмагомедов дебютирует в UFC на одном турнире с Конором Макгрегором. Двоюродный брат чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова проведет первый поединок в сильнейшей лиге мира 23 января. Место пока не сообщается. Соперником 24-летнего дагестанца станет экс-чемпион М1 Сергей Морозов из Казахстана. Напомним, что это вторая попытка организаторов свести бойцов в клетке. Первый раз бой сорвался из-за проблем со здоровьем у Нурмагомедова. Главным событием вечера на UFC 257 станет поединок Конора Макгрегора и Дастина Порье.